Приветствуем наших подписчиков и гостей канала «Эзотерика для тебя». Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня у нас с вами, друзья, 24 августа. Обязательно в этот день проведите очень простую практику. Выпейте стакан воды и скажите эти магические слова. Таким образом, вы защититесь в этот день от любого негатива, а также вернете себе созидательные энергии. Почему именно в этот день? Далее, друзья, все более подробно в этом видео. Вы знаете, сегодняшний день будет достаточно интересным и насыщенным для многих людей. Этот день принесет вам много всего хорошего. Обращаем ваше внимание, что сегодня никакие неприятности не смогут испортить вам настроение. Ваш позитив передается и окружающим вас людям. Очень важно, чтобы в этот день вы верили в свои силы и не упускали те возможности, которые будут открываться перед вами. В это время возможны приятные встречи, знакомства, которые получат интересное продолжение. Поэтому, если вам позвонили, пригласили вас на какую-то встречу, на какую-то вечеринку, на какое-то мероприятие, соглашайтесь. Возможно, вы откроете для себя новые знакомства, а это притянет какие-то и новые интересные проекты. Также сегодняшний день полный творчества, романтики и общения с новыми людьми. Вы будете без ума от всего того, что происходит в вашей жизни. Смело идите навстречу своей судьбе. Возможно, сегодня вам посчастливится решить те проблемы, которые не покидали вас на протяжении последних месяцев. Попробуйте реализовать задуманное новыми методами или с другими партнерами. Признание и успех вам будут гарантированы, если ваши решения и поступки основаны на реальной основе происходящего. Если у вас на сегодня назначена деловая встреча, старайтесь желательно провести ее в первой половине дня. Не следует принимать сегодня спонтанных решений, все ваши проблемы решаться будут в вашу пользу, только стоит проявить осмотрительность в этот день. Ваша находчивость и умение быстро ориентироваться в ситуации помогают вам на переговорах. Появятся сегодня какие-то новые дела, заботы. Вам придется разбираться в какой-то достаточно сложной, неоднозначной ситуации. Но вы с этим сможете справиться, используя свой опыт и знания. Вы сможете принять действительно правильное решение. Возможно, придется рисковать, делать что-то необычное, но вы отлично справитесь с решением любых возникающих проблем. Дел будет много, и каждое из них покажется вам важным. Вы ничего не захотите откладывать на потом. В работе, пожалуйста, сегодня будьте внимательны. Старайтесь замечать и видеть важные детали. Это очень помогает в делах, которые требуют сосредоточенности и аккуратности. Именно такими делами вам и предстоит сегодня заниматься. Если на вас будут давить и требовать скоропалительных решений, ни в коем случае не поддавайтесь. Сейчас очень важно сохранить правильность решений и независимость в поступках. Даже в шутку не обещайте того, что не сможете выполнить. Если речь идет о чем-то действительно важном и ответственном, принимайте решение самостоятельно. Вам удастся решить все сложные задачи и урегулировать спорные ситуации. Доказать свое превосходство над конкурентами, и этим вы завоюете уважение людей, которые раньше, возможно, вас плохо знали и не могли оценить, и, возможно, даже заметить ваши таланты и способности. Но в этот день избегайте спешки, не торопитесь закончить начатые дела по-быстрому, потому что вам предстоит сегодня не только принять, но и воплотить в жизнь какое-то непростое решение, которое уже давно беспокоит вас. Именно сегодня вам в голову придет гениальное решение, срочно и безотлагательно возьмите за его реализацию в жизни. Проявите себя и покажите, на что вы способны. Ничего не бойтесь, смотрите по обстоятельствам, они вам подскажут, как и когда вам следует действовать. Люди, мудростью и опытом которых вы не раз восторгались, сегодня признают правильность ваших взглядов и даже, возможно, предложат сотрудничать с вами на подходящих вам условиях. Окружающие прислушиваются к вашему мнению, сегодня они чаще обычного обращаются за советами и могут просить о помощи. Такое всеобщее внимание заставляет вас чувствовать себя очень важной и нужной персоной. Однако имейте в виду, не всем, кто осыпает вас комплиментами и стремится завоевать вашу симпатию, можно верить и доверять свои дела.
Сегодня вам предстоит проделать большую работу. Возможно, придется много ездить, возможно, подписывать контракты и другие документы. В созваниях с партнерами и везде при решении спорных вопросов лучше пойти на компромисс, чтобы ваши отношения с ними не зашли в тупик. Если же примется с упрямством вам доказывать свою правоту, то вы только ухудшите тем самым свое положение. Если же вам будет необходимо отстаивать свою независимость и свои интересы, используйте только веские, хорошо продуманные аргументы. Сегодня у вас намечается множество встреч и знакомств, а также достаточно активная трудовая жизнь закрутит вас как в водовороте. В профессиональном плане постарайтесь выдвигаться на передовые позиции. Не стесняйтесь обращаться за помощью к компетентным людям, которые могут вам помочь или подскажут хорошую идею. Старайтесь сегодня избегать перегрузок, так как это может плохо отразиться на вашем настроении или спровоцировать головные боли. Вероятно, денежные поступления наконец вам вернут давний долг, а начальник поощрит за качественную работу. Полученная сумма в этот день будет очень кстати, и вы сможете купить какие-то для себя полезные вещи. Или сможете, например, позволить себе отдых, о котором давно мечтали. Вы слишком устали от работы и утомительного соперничества коллег. Восполнить силы вам помогут друзья, поэтому обязательно навестите их. Преподнесите им маленькие, но приятные подарки. Не скупитесь как в материальном, так и в плане чувств. Неплохо было бы сегодняшний вечер провести в уютной домашней обстановке. Можете остаться дома и насладиться домашним покоем. Общение с родными будет приятным и пойдет вам на пользу. Вам придется полностью окунуться в бытовые проблемы. Если у вас сегодня слишком шумно и отдохнуть не будет возможности, займитесь полезными домашними делами. Выполните или сделайте то, что давно обещали своим домочадцам и с успехом, возможно, об этом забыли. Вероятны встречи со старыми знакомыми, в том числе и неожиданные. Вы будете искренне рады видеть людей, которые когда-то играли важную роль в вашей жизни. Друзья, по лунному календарю нас сегодня с вами ожидает 26 и 27 лунные сутки. Убывающая луна в знаке зодиака Лев. Обращаем ваше внимание, сегодня достаточно хороший знак зодиака. Это огненный знак, хоть и убывающая луна. Но, знаете, все же, за что вы будете браться, будет гореть у вас в руках. Поэтому вы именно в этот день обязательно проявляйте свои лидерские качества. Не стесняйтесь быть таким, каким вы есть на самом деле. Не нужно казаться, нужно быть. И вы должны понимать о том, что если вы выбрали эту дорогу, то вы обязательно должны прийти только победителем. Обращаем ваше внимание, что очень хорошо было бы, если бы вы сегодня усилили связь с высшими силами, с ангелом-хранителем. Это можете сделать с помощью украшений с натуральным хрусталем, потому что это будет обострять интуицию и позволять вам тоньше чувствовать настроение окружающих людей. Также сегодня очень хорошо проводить день для медитации, для проведения практик. Также вы сегодня можете услышать правду о своем будущем. Очень важно, если вы услышите какие-то подсказки, попробуйте подкорректировать свою жизнь. Конечно, возможно, вы не поймете изначально подсказку, но возьмите это на ус и все-таки крутите у себя в голове, обращаясь к подсказкам и помощи от высших сил. И сегодня, друзья, для того, чтобы ваш день прошел удачно, благополучно, перед тем, как идти по делам, возьмите стакан с водой, выпейте его до дна и скажите следующие слова. Если вы смотрите это видео уже во второй половине дня или на работе, в любом случае проведите эту практику, она поможет вам на протяжении всего дня. А слова, друзья, будут следующие. От негатива ограждаю, счастье в дом привлекаю, позитивом заряжаюсь и удачу призываю. Также будет очень хорошо, если вы в этот день установите для себя защиту. Это защита от любых бед. Это молитва, которая поможет вам в жизни. Звучит она следующим образом. Враг мой неведомый, враг дальний, незнакомый мне, невстречаемый. Жизни моей не завидуй, достижениям моим не препятствуй. Как злость твоя волнами ласковыми уляжется, так и жизнь наладится. Да будет так.
Также эту молитву обязательно говорите в те моменты, когда вы видите, что ваши враги или ваши недоброжелатели вас обсуждают или отправляют вам негативные посылы. Друзья, вот такой у нас с вами день 24 августа. С вами, как всегда, был канал «Эзотерика для тебя». Обязательно подписывайтесь на наш канал, обязательно ставьте лайк этому видео. Обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. А прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два прямоугольника. Это следующее рекомендованное видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше. И смотрите, там много ценной, важной, нужной и интересной для вас информации. Всех вам благ, друзья. Услышимся с вами уже в следующем видео.